понимаете? Давайте, давайте, давайте документы ваши. Сумку давайте вашу туда. Какую? Вот ту. Так, сумку-то дайте вас с документами. Что ж вы употребляли-то такого? Молодой человек, документы ваши можно? Сейчас, сейчас. Да вон сумку давай. Да. Хорошо, хоть я остановился, блядь. А? Выходи. Запрещенного-то при себе ничего нет у вас? А? Запрещенного гражданскому обороту ничего у вас с собой нету? А? Бля, ну, к нам в машине приходит, да? У нас там нужен в машине. Я не дай бог, когда выдрогнул, блядь, на дорогу. Ну, надо везти, блядь, в отдел. Куда? А? Бежу. Блин. Тихо, тихо, тихо. Пойдем тихо. С нами. Куда? Пойдем. В ГАИ поедем. Сейчас сядешь с ним назад? Ну, да, конечно. Да. Сергей. Сергей, присаживайся, помоги. Слушай, у него собака там, блядь, и он дорогу перекрыл. Ух ты.